Ну, все-таки привет, я согласен забрать долг булкой. Какой? Долг булкой согласен забрать все-таки, я согласился. Какой долг? Ну, долг. Какой долг? За картошку. За какую картошку? За вчерашнюю. Ну, и ты мне написал, сказал, можно забрать булку, я вот согласен. Вы что, будете какой-то хуйню? Да? Я первый раз... Ошибся, что ли? Конечно. Ну, ладно. А булку можно бесплатно? Нет. Блин. Нет, это грибочки у вас? Это грибы сушеные. Да. А глиценогенов нет сушеные? Первую очередь разобрали. Разобрали? Да, но сразу... Нет, хорошо, ладно. Здравствуйте, здравствуйте. Начальника передал 100 рублей, сказал, вы сегодня молодец, ни на кого не орали, ни на кого не кричали, он вас поздравляет, это ваша добавка. Всего хорошего вам. Вот, вот так себя всегда видите, ладно? Хорошо. Все. Не подскажете, мы с другом просто играем в игру, ну, поспорили. Он мне хочет кирпич кинуть на голову с 5-го этажа. Хочу сказать, вы так вообще выдерживает? Мы хотим просто проверить. Но конечно, вообще, нет. Не выдерживает? Нет. 5-го этажа... Да, кирпич на голову. Нет, вы что? Ну, нет. Не будет нам весело? Очень будет весело. Очень, да? Да. Ладно. Извините, я бы вам не советовал обратить помидоры, от них глючит жестко. Что делать? Глючит жестко от них, ладно? Глючит? Глючит, да. Не по-русски? Очень сильно жестко глючит, ладно. Я вас предупредил. Привет. Слушай, а у тебя тут так много сладостей продается? Это все зарубежные, что ли? Я одну первый раз только сладость вижу. Впервые. Говорю, одну первый раз, вот все видела, а одну первый раз вижу. Какую одну? Одну в первый раз вижу. Вот передо мной сидит. Хотел спросить, какова цена? Цена чего? Я говорю, сидит передо мной одна сладость. Серьезно, не понимаешь? А-а-а! Ну, нет, не продаю. Так долго? Да. Ладно. Привет, это не давай махнемся, тебе комната мне свой этот напиток, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ты пожалуйста. А зачем? Ну, это мне просто захотелось резко. Ты объёмный? Нет. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, у меня счастье будет. Ну, правда. Ну, пожалуйста. Просто колу, ну, пожалуйста. Да ну, очень хочется. Ну, блин, очень хочется. Мне прям вообще не могу. Ну, пожалуйста. Ну, это мечта будет моей. Пожалуйста. Нет, это странно, чувак. Слишком странно? Да. Ну, почти ты почти согласилась. Мне легко продавить, но нет. Да? Ты передумала? Ну, ладно. Так уж и быть. Пока. Девушка, крадет у вас сигарета, она вас укусить может, ладно? Будет все нормально, ладно? Да. Не переживайте только, не двигайтесь, хорошо, ладно? Все нормально, не кусайте ее. Привет. Это ты продаешь, у тебя ярмарка своя, да? Да. Так, можно мне белочку вот эту? Белочку, да. Одну. Вот, возьми. Смотри, мне сдачу не надо, это все тебе, ты молодец. Да нет, что. Все. Да. Все хорошее. Извините, а можно с вашего зонтика капельки слезать по-быстрому? Не, ну правда, я просто люблю это делать. Мое одно из самых любимых занятий во всем моем мире. Нет, это к другому, да? Ладно. Привет, извини, можно, пожалуйста, поделиться помидоркой со мной? Ну, дать мне кусочек помидорки. Пожалуйста, чуть-чуть мне. Я буду тебе очень благодарен. Целая помидорка? Да. Спасибо тебе большое. Теперь у меня есть целая помидорка. И я очень доволен.